Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы представим вашему вниманию комплекс упражнений по профилактике нарушения осанки у детей младшего и среднего дошкольного возраста вместе с шестобитовой Дианой. Первое упражнение. Ходьба на носках. Ходьба на пятках. Ходьба на внешней стороне стопы. Обычная ходьба. Остановились. Влево. Вправо. Упражнение «Палку подними». Исходное положение – палка внизу. На счет раз – палка груди. На счет два – палка вверх. На счет три – палка груди. На счет четыре – исходное положение. Повторяем 5-6 раз. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Мельница». Исходное положение – палка впереди в прямых руках. Хватом сверху по шее. На счет раз – повернуть палку вертикально. На счет два – исходное положение. Повторяем 5-6 раз. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Вертушка». Исходное положение – ноги врозь, палка на лопатках. На счет раз – поворот вправо, на счет два – исходное положение. На счет три – поворот влево, на счет четыре – исходное положение. При повороте ноги не сдвигать, выполнять по четыре раза в каждую сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Лошадки». Исходное положение – узкая стойка, палка к груди. На счет раз – поднять согнутую правую ногу, коснуться ее палкой. На счет два – исходное положение. Три-четыре – повторяем другой ногой. Упражнение выполняется 3-4 раза. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Колобки». Исходное положение лежа на спине, ноги вместе. Палка в прямых руках за головой. На счет раз поднять палку и коснуться согнутого колена. На счет два исходное положение. Три-четыре выполняем другой ногой. Повторяя 4 раза. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Лодочка». Исходное положение лежа на животе, палка впереди в согнутых руках. На счет раз поднять палку вперед, прямые ноги оторвать от пола вверх, прогнуться. На счет два исходное положение. Повторяем 5-6 раз. Упражнение «Начинай». Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ножки опусти. Три, четыре. Упражнение «Попрыгунчики». Исходное положение – основная стойка. Палка стоит вертикально в правой руке. Левая рука на поясе. На счет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыжки на двух ногах вокруг палки. Выполняем два раза в разные стороны, меняя руку. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняй ручку. То же самое в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В заключение упражнение на дыхание. Вдох. Выдох. Вдох.